Інформатизація поліклінік стане одним з пріоритетних напрямків у розвитті медицинського обслуговування у Гомелі. На протяг цієї роботи у 2017 році буде накеровано 280 тисяч білоруських рублів. Проект по видачі електронних рецептів укоронили 5 поліклінік міста. Поміри оснащення необхідною технікою, даний опыт буде розповсюджуватися і на інші установи охови здоров'я обласного центру. Увогуле, 2016 год сфера охови здоровья завершила со становчими выниками. Напередодні головные тенденции разглядели на посяджении Гомельского гарвыконкама. Размова ішла об ходе выполнения державной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь». Как означает уголовный ураж Центральной городской поликлиники Вячеслав Яшенко, многие показчики по выниках года переузышли прогнозные. Это, в приватности, повеличение протяглости життя, якая склала амаль 74 годы, и снижение коэффициента смяротности новонародженных. Дарэчы, апошний показчик лепший в группе областных центров Украины. Насельництво Гомеля у 2016-м приросло большим на 1000 человек. Становчая динамика закономерная. Великая увага надавалась консультованию тяжарных женщин, скоротилась колькость абортов. Перед врачами поставлена задача индивидуального подхода до каждого пациента. Это то, чего мы добиваемся от каждого нашего врача. Чтобы врач, как хозяин своего участка, знал все о своих пациентах и смог их убедить вовремя начать лечение, пройти его и сохранить свое здоровье.